Ты опять всю ночь не спал? А ты знаешь, если этот проект понравится инвестору? Да, то мы выспимся уже в нашей новой квартире. Старая тема. Я уже 100 раз ее слышала. Ой, Билли, май Билли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Спина, спина, спина. Сабржан. Сабржан дейм. Бүгін жұмысқа барушым едің? Так точно. Ен не ғым жатсың, тұрмайсың ба тезірет. Құдай білет, ана Айжан еще завтрак не сделала. Жулю надо в садик везти, она была түнімен ұйықтаған жоқ, наверное, работал всю ночь. Ну, что ты лежишь? Жуля, сколько раз тебе говорила, не подходи без меня к плите. Че, пойдем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Был не? Ваш палец? Көріп тұрым. Был шан. Как ты вчера убиралась? Я уверена, ты люстру не протирала, да? Я сейчас протру. Жолдызку оставь. Ты что, ею собралась вытирать? Келе окуну. Не надо! Я вчера сама все вытерла. Специально палец не мыла, чтобы себе показать. Все приходится делать самой. Каждый день одно и то же, одно и то же. Всем хотя бы намылась, Майжа. Ну, и что ты там стоишь? Иди завтрак сделай Максатику. Он, наверное, всю ночь работал. Күлпа? Қалайсың? Бәрі жақсы. Пүрсөлеш, менде соль бұтық қапты бересеш. А, жүр. Слышишь, да? Мастер Барго, біздің Айжан переставляет все с места на место. Ты ничего не найдешь. Майра, это не моя мотоварка, а? Помню, кому-то отдала, потом, а у меня нету. Сабыржан, апту. Айжан. О, мы будем жить в макете. Круто. Знаешь что, одевайтесь, умывайтесь. Мне еще завтра. Айжан. Извини. Айжан. Пап, нам как всегда, зубы и косички. Угу. Так точно! Салдырлатпа. Сабыржан! Сабыржан! Успокой свой телефон, а я сейчас его вместе с тобой с балкона выброшу. Сегодня Айжека на удивление добрая. Добрая? Ну, бабейка. Коза? А что ты сидишь? Иди Максатика позови. Макс! А что ты разоралась? Иди встань и нормально позови. Сейчас я кашу принесу. Алло! Кайда жүрсің енді? Ой, Ильма. Ой, ну что за манера? Говори, не говори. Мыңғырқ бес рет айттым. Есікті аяқпен жаппа деп. Не слушается. Что делает эта келинка, а?
тряпку зачем выбросила? Ну, она же уже старая. А то ее подними, постирай, будет как новенькая. Ну, что ты стоишь? Подними, постирай. Между прочим, на тряпку мен сатып алған, есіңде ме? Өз ақшама. Чужое же выкидывать в мусор легко. Кушай. Макс, отвезешь нас с Жулей в садик и на работу? Сегодня шефиня пораньше придет. Да, сколько времени? Казым, а что ты к Максатику пристала? Посмотри, у него такие глаза красные. Всю ночь работал. Я была? И не поймите, я опаздываю. И не димишь, мама. Мама, одешь, мама. Ну, мама. Сынок. Нет, сынок, ты видишь, да? Ты же нормальная мама, деген сөз, айтал майт. Вот что я тебе такого плохого сделала? Ну! Ужонусу. Вот как надо говорить. Вот учись. Детвизионусу. Мам. Если вот сына, мам, как трогательно. И ченусу. Учись у моего сына. Департамент чрезвычайной ситуации Алматинской области. Подполковник Кадырбаев, слушай. Кем? Так точно. Бастыңба? Генерал екенгу. Дұрыс. Хоп, Палат. Ну, а что, нормально все? Не нормально. У меня чрезвычайная ситуация. Мне надо срочно на работу. Ненормальный ты наш. Зачем надухарился-то? Кто надухарился? Где надухарился? Надухарился? У меня же это естественный запах. Баламач? Это же естественно. Чай кыши, бізге, кызым, пожалуйста. Чай кыши. Вот надо же смотреть, у нас кисточки пустые или нет. Ой, я сейчас далеки кипятка. Свежий завари. Мама, ну поймите, я опаздываю. Аида Булатовна не любит этого. Сынок, ты слышал, да? Какая-то Аида Бардемеевна важнее, чем ты, чем я, чем мы все. Не-не-не, Балам, я с тобой давно хотела поговорить. Ты знаешь, в последнее время Айжан вообще ничего делать не хочет. Обленилась. Чай наливать не умеет. Нормально дома не убирается. Ну, мам. Мамка тетпе, мам, мамка тетпе. Я, между прочим, тоже келенька была. Я в 6 часов утра вставала. Я дома так вылизывала, что можно было из пола кушать. Что преувеличиваете? Я не преувеличиваю. Ты знаешь, я даже на завтрак бешбармак готовила. Свекровь была, да. Не, ну как это можно кушать? Ну мы же не в общаге, в конце концов, живем, а? Ма, ну это уже слишком. Пени, у нее своеобразный характер. И что характер? Мне что, под нее подстраиваться, что ли? Че, тихо! Эй, расчаян, гайда сенен, а? У меня голова болит от твоей яичницы, я чай хочу! Че ты так пустишь? Ого! Молодец! Кират! Сындыр! Бәрін кират! Аяйсын ба, брюдың нәрсесін! Не вожглась? Ай, молодец. Давай, давай, кират, сындыр. Ай, эй, сынба, чайник оп кобезу уйдет. Тем более их бесплатно раздают. Ты это специально сделала, да, Шынгдач? А? Да куплю я тебе этот чайник, ма. А почему ты должен покупать? Сама разбила, пусть сама и покупает. Все, хватит, хватит. Балам, мы с Кудаларда же пригласили в гости. Чайды не деньги беремез, а давай банка деньги перегонда. Да куплю я вам этот чайник, мама. Посмотри на меня. Разбила чайник, еще со мной огрызается. А? Макс, я опаздываю. Ай-ай. Макс, давай быстрее! Успеем, Кутежка, успеем! Когда мы уже будем жить отдельно? Ты опять? Мы с тобой 100 раз это обсуждали. Я не могу просто так взять, бросить маму с отцом. Мы же не американцы, я единственный ребенок в семье.
Подожди, ну всему свое время. Да и когда наступит это время? Вспомни, как ты за меня замуж выходила, как ты говорила. Вспомни, какая ты была. Сейчас совсем другая. Клялась, такая милая была. Я тогда твою мать не знала. Ты понимаешь, что это моя мать? Зачем ты так говоришь, какой-то, какой-то монстр? Она нормальный человек, ты пойми ее, у нее тоже свой характер есть. Я что, должен вам помогать? Общий закон. Ты вечно ходить? Ее защищаешь. Ну потому что это моя мать! Я ее... Я ее люблю, понимаешь? Я люблю, это моя мама. И тебя я люблю, ты моя жена. Просто я ее люблю с детства, а тебя я люблю... Сколько? 7 лет? Сколько? 6 лет? А, неважно. Ну вот тогда и живи со своей мамой, ясно? Я на рабство не подписывалась. Хорошо. Мам, я не прав, извини, хорошо. Давай не будем ругаться. Ну, кутежка. Да иди ты сам с кутежкой. Папа, а если мама выйдет замуж за другого, то ты станешь моим биологическим отцом? Так пристегнись. Пристегнись. Вот, Сулай. Майруш, смотри, ты ее разбалуешь. Челеньки они такие, чуть-чуть слабинку, да, чтобы не шивала, понимаешь? Ай, Кульпанау, мен жақсы болсын деймін ғой. Чтоб она содержала дом чистоте, уважала старших, правильно встречала гостей. А ертең бөлек шыққаннан кейін она мне еще спасибо за это скажет, я думаю. Ага, скажет. Мен саған бір секрет айтайын. Знаешь, чтоб келеньки послушные были, им нет-нет, надо шапалақ беріп тұру керек, білдің ба? Я по себе знаю. Мои, у моей нишки, знаешь, какие шапалақы были? О, я сразу нормальная стала. Ужас какой, не дить. Ай, Пахшмайра, ты про куда-то не забыла? Я на тебя рассчитываю. Ты же так хорошо торгуешься. Нет, поезжай, помню, помню. Ай, Пахша, а? Колым, сколько будем просить? $10,000. $10,000? Э? Ты что? Кызың, акымның кызы ма не? А что? Ну ты даешь. Знаешь, я на эти деньги рассчитываю тысячу купить. Это все кладом, я кладом, блесом, кладом, байлер, ой. Сколько я тебе должна? Бесплатно. Куда ты не забывай ты? Ага. Да, не забуду. Ну-ка. А, масло купила. Да, да, купила. Жақсы, не забуду. Давай. Ага, ага. Арзан, не забудь, Майра. Жарай. Намасте. Здрасте. Значит, вам нужны чайники. Откуда вы узнали? Да вы их разглядываете. А. Я не знаю. Если я выберу этот чайник для своей няшки, то он ей не понравится. А если я выберу этот чайник, то он ей точно не понравится. В общем, мне нужен любой чайник.
Лишь бы она была довольна. Хотя бы на время. А у вас с ней проблемы? Это у нее со мной проблемы. Ей вечно все не нравится. Что и как я делаю. Она цепляется к каждой мелочи, лишь бы задеть меня. Вот скажите, что ей от меня нужно? А как бы вы поступили на ее месте? Я не знаю. Я, кажется, знаю, что вам надо. Ой, он кажется дорогой. Он не продается. Это подарок. Спасибо. Чайник. Вечно ей все не нравится. Куда? Тарелка. Кожа обоя. Давайте вам хорошие истории расскажу. Когда я работал в военном оркестре, я играл на трубе. Один кон я пошел на самоволку, взял с собой трубу. И прямо в общагу Майя. Два дня подряд играл, пока она не согласилась выйти за меня замуж. Ай, Сабыржанна, был случай, да. Мыңғырық бәсірет есіздің дергой, я? Одан да сөз берсеңші Құдағыға, Гүлсараға, я. Құда, Құда болсаң шыда. Молчок! А теперь... Слово предоставляется. Студентка, комсомолка, спортсменка, нашему многоуважаемому Кудайгы Гульсаре. Рахмет. А где Айжан? Айжан. Кызым? Кызым? Ой, жаным. Дорогие наши дети, вы уже 6 лет живете с нашими кудаларами, уважаемыми Майрой и Сабыржаном. И мы хотим в первую очередь выразить слова благодарности вам за то, что вы делитесь своим крошечным, но очень уютным шанраком. Правда же? Дурус. Я. Енді балаларым, не дейм. Счастья Максатиковым, Айжанчик, любви. Терпение. Но если что, вы всегда можете переехать к нам. У нас места много. Но все-таки большой частный дом. Я могу к вам переехать. Конечно, моя солнышко. Сабыржан. Енді құда тамақшысында ұят емес па? Үсті-үстіне не көрінді енді? Вообще-то, женщина должна слушать мужчину всегда. Қазір мен айтам, Майра тұр орнан бұғыл десем барады. Ой, жоқ да. Чё, ты мне не веришь, да? Құда не веришь, да? Майра, орнан тұрда ұғылғы бар. Мы верим вам, Сабыржан, да? Я сказал, бұғыл! Есің дұрыс па сен? Я сказал, бұғым! Қойсайш? Мені осындаймыз, шыр алсақ ұятсыз. Қазір. Қойсайш, Сабыржан еді. Бұғым! Мені осылай, шыр алсақ осында жынды. Құрғым! Ой, бая, ұят болды. Ал, тұрдық. Валя! Ай, куда? Ай, куда? Ай,
Саған не жоқ? Шай құй. Мені, құдағы, 1045 рет үйреттім. Мынандай қылып шай құймайды деп. Үйренгісі келмейді. Вот как ты чай налила? Вот скажи, пожалуйста, қызым айтшы маған. Я нормально вам налила. Вот ты себе нормально налила, а вот мне не нормально. Ну возьмите тогда мой чай. Возьму. Смеляр, смеляр, смеляр. Дай сақтай көріп, смеляр, смеляр. Ура. Землетрясение. Чрезвычайная ситуация. Вы меня извините, мне надо на работу. Ну, значит, и нам пора домой. Кайтай, байбище. Да. Кайтай, мздар. А ты здесь приберись. Макс, давай переедем к моим родителям. Я тебе 100 раз говорил, я не буду переезжать к твоим родителям. Все ясно с тобой. Смысл? В смысле? Что тебе ясно? Я просто думаю, что будет правильно, если мы с Жулей приедем без тебя. Я тебе перееду. Ну, раз уж ты уже все решила, тогда я буду спать в зале. Не забудь завтра Жулю отвезти в садик. Годовщина тебе. Да куплю я вам этот чайник, мама. Мама, ну поймите, я опаздываю, Аида Булатовна не любит этого. Передай маме, что надо верить мальчикам. И поехали. Ой, почему у меня все тело болит? Я же вроде вчера не пила. Ой, почему мне так плохо? Ой, что такое? Спина болит. Ой. О, хорошо, что у меня сегодня выходной. Нет, это не я! А, мамочки! А, нет, это!
Что вы со мной сделали? Не? Я с тобой ничего не делала. Это ты все сделала! Шинандай, ты! Я с вами ничего не делала. Я с тобой тоже ничего не делала. Да как так вышло? Так же не бывает? Не трогайте мое лицо. Это мое лицо. Что хочу, то и делаю. Но это же невозможно. Я не хочу в это верить. Так же не бывает. Эй, жлаваший! Кшкиндар Кацкусо! Надо как-то решать эту проблему. Бисмилляй, Рахман, Рахим, Бисмилляй, Рахман, Рахим. Полежали день сақтай көр, полежали день сақтай көр. Аллас, 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 аллас. Бисмилляй, Рахман, Рахим, Бисмилляй, Рахман, Рахим, Бисмилляй. Ой, бой. Алла, кешіре көрші мені. Мандавар құрлыған үшін, пожалуйста. Күлпан, сычка. Бисмилляхманрахим, бисмилляхманрахим, бисмилляхманрахим. Я знаю, что нужно делать! Да, 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 да. Я только что посмотрела фильм, правда, он российский, но думаю, что поможет. Раз, два, три. Ай, спина. Ой. А гамаж у нее сильно растянут. Ма? Че? Мы? Ничего. Ну, не, она лайна, кильник ее. Коленщик из дыма. Идем, бэрн, бурхрат. Сабыржан! Сен қайда болдың, түн мен қаңғырып? Эй, қызым, сен не жұмысың бар ма еді? Қайда бардым, қайда қолдым? Қалай тебе разница? В смысле, какая разница? А вы пока переодевайтесь, мы тоже. Давайте чай попьем. Все нормально. Что будем делать? Может, им все рассказать? Ты что, с ума сошла? Жинда сама? Они нам не поверят. Хочешь, чтобы нас в психушку посадили? Короче, делаем вид, что ничего не произошло. Поняла? Сегодня чай будем пить или нет? Будьте любезны. Қазір бәрі болады, не болып соншама? Практикую казахский. Практикуй, практикуй, но мне не критикуй. Будьте любезны. Куда? Что? У кого-то аллергия, я тебя должен контролировать теперь. Аллергия. В мои-то молодые годы так страдать аллергией. А вот у меня ужасно болит спина. А ты ж надо так не любить свое тело, чтобы запустить его до такой степени. Ты мазь намазала? Какую мазь? У тебя под подушкой. И вообще, хорошее у тебя тело. То есть у вас. Вот у тебя фигура. Вот это я понимаю. Да нормальная у вас у обеих фигура. Вы, между прочим, всегда за собой ухаживали. Просто из-за боли в спине забросили это дело. И вообще ты. Вы. Мы. Помолчали бы. А что мы делаем? А, да-да-да. Чай налей? Только как положено. Мама, не начинай, не начинай. А я не начинаю. Я продолжаю. И вообще, не мешайте мне быть самой собой.
У тебя все хорошо? Да. Точно? Точно. Что ты себе странно ведешь? Ну, надеюсь, это ненадолго? Хорошо, это хорошо. Бакин сегодня меня пригласил в баню попариться. Будьте любезны, приготовьте плавки и шлепки. Не. Так, а что там было, да? Что-то я сегодня кишечный хутор тургал, Макс. Сен... Ладно, я там поем у себя в тишине один. Макс! Да, Макс! Понял, господь, бугин, давай в баню пойдем, попаримся. Потом ты же не раз даем, ба? Да. Вот, Сабуржан, пожалуйста, ваши вещи берите и идите вы в баню. Да. Можно я поздно приду? Хорошо. Я говорю, утром приду. Приятного отдыха. Утром, да? Отдыхайте. Алло? Сызбах, сызбах? Маған сіздің телефоныңызды Күлпан берген. Что делать? Если душа человека переселилась в другое тело. Угу. Душа, говорю. Туф! Айтып тұрмынғой? Адамның душасы басқа денеге кірсе. Кто пил? Никто не пил. Кетші бар, кәрі қақпас. Кажется, я что-то нашла. Что ты там нашла? Вот смотрите, древний индийский антикварный чайник в 17 веке. Его использовали в магических целях. Есть легенда, что один полководец смог сбежать из плена, но в другом теле. После его казнили, но это был уже совсем другой человек. Во всем виноват этот чайник. Я так и знала, что во всем виновата ты. Че сидишь? Иди чай ставь. Мне этот чайник сразу не понравился. Зачем ты его домой притащила? Но откуда я знала, что так получится? Сейчас мы выпьем из него чай, и все встанет на свои места. Опять полный налила. Ну как вы можете сейчас думать об этом? Вы готовы? Да. Бисмилляхи рахмани рахим. Ал, кеттік. Давай сюда. Местами поменяемся. Давай. Бисмилля. Ене, кажется, я знаю, что нужно делать.
Нет. Спина стреляет. Вам легко говорить. Мужчина был. А, да, это мой дядя. А где он? Он уехал. Будет через 2 дня. Что делать? Ой, бай! Батах! Саэт Саутович, можешь поставить оценку? Пожалуйста, я даже елки поменял. Пожалуйста, Саэт Саутович. Я старался, не спал даже. Можешь поставить, пожалуйста? Саэт Саутович, поставьте оценку, пожалуйста. Ну что у тебя тут? Вот. Поразительно. Поразительно. Как тебе это удается, а? И ни одной прямой линии. И это за полгода, да? Да. Талант. С такими кривыми руками. Саид Саутович, я сейчас объясню. Просто у меня там такая ситуация была. Болел? Проблем? Да. Семейный? Да. Если честно, я этот макет за ночь сделал. Там, в общем, так получилось, что это антенна. Yes. Ну, не самое, я тебе скажу, лучшее, что человек может сделать за ночь. Ну, да. Ну, ты помнишь, кому это мы будем показывать? Да. И ты помнишь, сколько у тебя осталось на это времени? Да, помню, месяц. И ты не забыл, что это такое архитектура. Слышишь, музыка. Пс. Чайник спрятал? Хотела спокойной ночи пожелать и кремберш. Ахмед. Mm.
Маскара! А ну-ка, Иван Хашат, Салхакет, быстро иди, скажи. Это что такое? Это что такое? Маскара. А ну-ка, быстро иди, я тебе сказала. Вставайте! Через полчаса вы должны быть у меня на работе, слышите? Какая еще работа? Никуда я не пойду. Иди лучше, чай поставь. Как не пойдете? Если я на этот раз опоздаю, Аида Булатовна меня просто уволит. Ничего страшного, новую найдешь. Ну, мама, ну, пожалуйста, ну, как вы не понимаете? Я там 3 года работаю, иду на повышение, ну, я просто не переживу. Нет, это мой! Сказала же, никуда не пойду, что пристала ко мне? Чайник сказала, иди ставь. Так, да? Ну, хорошо. Тогда я позвоню Кульпан и скажу, что вы украли у него мантоварку. Ой, Зани, куда хочешь напугала. Звоню. Алло. Кульпа, привет. Как дела? Кульпа, я тебе хотела сказать, помнишь, я брала у тебя мантоварку? Самое главное, будьте спокойны. В любой непонятной ситуации не забывайте кивать головой и улыбаться, хорошо? Я буду рядом. Аида Булатовна, идет, все, идите, идите. Не подведите, пожалуйста. Сальмитсу збе, Аида Бердемеевна. Ты, Жан, ты говоришь по-казахски? Ну, я ж казашка. Что-нибудь подсказать? Здравствуйте. Нет, пока не надо. Если что, я спрошу. Золотом! Здесь это нормальные цены. Ты что стоишь? Это же сакинушек сыпает. Ну, это все уж не модно абсолютно. Он уже 2 минуты как стоит. Иди, обслуживай. Быстрее, быстрее, быстрее. А что это я? Иди. Работай. Это колхоз. Чистые воды. Салимит себе. А, девушка, будьте добры, покажите нам кардиганы из вискозы. Девушка, нам, ну, вы меня слышите вообще? Я. Не идет это. Мне нужен кардиган из вискозы. А, сейчас. Кардиган вискоз ДИДИАЙ. Вискоза? Вот держите, скажите что-то. Вискоза класса премиум. Картинки, да, да. Вот, посмотрим. Классный кардиган. Премия. А у вас есть слимы? Сейчас. Сливы есть? Да не сливы, а слим-вид. Скажите, что есть только в перламутровом цвете? Есть. В перламутровом цвете. Вы хотите сказать, они у вас есть в перламутровом цвете? Я. В перламутровом цвете. Так, может, вы нам его покажете? Хорошо. Сейчас принесу. Вот. Пока покажу.
Скажите, а я быстро на склад. Сейчас со склада принесут. А вот пока посмотрите. Нет, очень хорошая цена. Это 400 тысяч с учетом моей скидки. Просто подарочный. Не. 400 тысяч? 400 тысяч? Ты что? Барахолкага бар... нормально зато алмасим ба? Там же 100 раз дешевле можно взять. Манхарка бесед дешевле можно взять. Так у вас что, вещи с барахолки? Ну, конечно. Во всем городе вещи с барахолки. Это же все Китайдан. Сакен, ты знал об этом? Анжела... Я одевал меня здесь? Анжела, подожди, я тебе... Я не кричу. Анжела, я даже не в курсе, что здесь все творится. Анжела, я должен тебе все объяснить. Почему он ушел? Ты представляешь? Эта дура хотела эту тряпку купить за 400 тысяч. Это ты, дура! Ты что себе позволяешь? Я не допущу, чтоб имидж моего салона портила какая-то щеглуха-выскочка. Щеглуха? Сама ты выскочка. Поняла? Уволена. Ты подумаешь, только вещи соберу. Привет, Настя. Ты перламутровый слимфит не видела, а? Вы кто? Я Жак! Я хотела своровать, я просто помогала, вы понимаете меня? Ну, отпустите, пожалуйста, ну мне же больно! Отпустите меня! Я сама знаю, где здесь выход. Мама! Давай, кепку иди. Рабочий день еще не закончился? А меня уволили. То есть, тебя. Что? Не нужно то слушать эту щеглуху, которая старших не уважает. Что вы наделали, мама? Что вы наделали? Что хочу, то и наделаю. Ты лучше мне спасибо скажи. За что спасибо? За что спасибо? За то, что вы испоганили всю мою жизнь? Ты посмотри на нее. Правильно Кульпан говорила, что не эти шапалак беру, Кирик. Какой шапалак? А вот такой. Майра? Майра, что случилось? Сабржан умер, да? Нет. Что вы? Кызым! Казыр! Конек алкыш! Бол! Казыр! Алкыш, келеш! Давай, чуть-чуть! Нет, не хочу! Давай! Не штим, кышкене! Халай, лучше тебе! Кышкене, давай еще! Кир! Алла! Ой, мама! Калай! Эй, это все из-за твоей келинки, да? Я ж тебе говорила, ей нет, шапалак берет тру, говорят, тебе ее поставить на место это. Ой, бой, ты что наделала? Что хочу, то и делаю. Сними все это немедленно, журт не айтада. А мне все равно, что там вас журт айтада. А ты куда собралась? Я ухожу. Оставь мне тело. Иди куда хочешь. Так ты еще и пьешь? Ты же знаешь, что мне нельзя. Это вам нельзя. А мне можно. Ну-ка, хватит! Быстро все сними это! Уйдет молодой, если кто-то это увидит! Так что увидят, сейчас вас еще и услышат! Люди! Меня зовут Майра! Я хочу вам признаться, снять маску с лица! Я самая ужасная и нежная на свете! Я тиран, деспот, я дура! Не слушайте ее,
это я ужасная килинка! Такую килинку, как я, врагу не пожелаешь! И вообще я похожа на тюленя! Я стерва! Я дура! Я не могу жить! Я не даю! Я не сказала! Пустите, говорю! Полину, Маша! Нет, не перестану! Я не перестану! Полину! Ах так! Что вы сделали, а? Я же его только первый раз одела. Я же только... Я вам за это отомщу! А ну так так! Тетя Мара, у вас кульпан тате на кудылок позвала? Она меня не позвала. Сен қайда жүрсін? Ну как вам ваша мандаварка? Она у нее до дома. Ну я тебе сейчас покажу. На! Ах так, да? Сейчас. Неси вас. Ты что, за бардан убьёшь меня? Стой! Отпусти! Сейчас, да! Телефон! Ваш телефон! Ну, не надо, я его хотела, пожалуйста! Вот тебе! Всё, вам конец! Ты что задумала? Совсем уже с ума сошла, да? Объяснит, что происходит в этом доме. Айжан. Да, Макс. Мам, подожди! Говори. Ты хочешь знать правду? Да, говори! Присядь. Я нормально стою. Балам, я тебя с самого детства знаю. Что за фигня вот это? Говори на... Да это албаста! Купила дурацкий чайник, и мы выпили из него. И переселились с душами друг в друга. Понимаешь, что я теперь не твоя жена, а я и твоя мама. Ты молчишь, скажи ему что-нибудь. Да-да, Макс, это правда, это так. Ну, что я тебе говорила? Не поверят они нам. Поймите, пожалуйста, вы одна семья, ты моя мама, ты моя жена, папа, он мой отец. Боженька, Аллах, Будда, Христос, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Дева Мария, Вселенная, если ты существуешь, сделай так, чтобы мои мама и папа всегда были вместе, хотя бы до моего совершеннолетия. И пусть в нашей семье будет спокойствие и гармония. А еще я хочу новый iPhone 7. Дочка, прости, пожалуйста, прости, прости. Я не держусь, сама. Вы меня забыли. Это я забегался. Прости. У меня чрезвычайная ситуация была. Есть мне
Шиквит. Знаешь, кто во всем виноват? Во всем виновата я. Это я плохая мать. Плохая Киллин. И вообще, память у меня плохая. Нет, во всем виновата я. Потому что я каждый раз цепляюсь за каждое слово Айжан. И делаю ее постоянно виноватой. Хватит! Мама, Айжика, хватит уже постоянно ругаться. Нервные клетки не восстанавливаются наши. Жуля, прости, пожалуйста, нас, а? Понимаешь, сейчас у нас сложный период. Из-за ваших проблем страдаю я. Папа и Аташка. Мы постараемся скоро все решить. Ты нас простишь. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Если будешь драться, я буду кусаться. А кусаться ни при чем, я ударю кирпичом. А кирпич сломается, дружба начинается. Все, дочь, молодец. Это мы во всем виноваты. Да, мы. Майра! Майра, ты что, на меня обиделась, что ли, а? А, Шессинга? Сабыржан! Сабыржан! Дай там мастерман, куда? Ты что ходишь? Давай, давай, быстрее, бол! Шешен, гайдар! Болындар, бол, 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 кининдар, кининдар, болындар! Кез, кин, сен деш, кин, 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 кин! Болындар, бол! Айнал, айнал, где ты ходишь? Я здесь переживалась, не трубкаларын да алмайсындар! Дайынсындар ма? Куда дайынсындар ма? Как куда дайынсындар ма? Кудалыққа? Пошли, куда дайынсындар ма? Быстрее, давай! Не деген адам, 2 сағат болды ғой, есіктерін кеп қолқылдатамын, кеп қолқылдатамын. Ел айтқаныма біз... Что такое? Короче, надо помочь. Она же моя близкая подруга. Я ей обещала с этим выкупом. А у меня получится? Ну, ты же вещи продаешь? Да. Собралась? Кульпан уже нервничает. Угу. А что, не нравится? Я и не думала, что могу так хорошо выглядеть. Значит, нравится? Очень. Ну, я старалась. Мен айттым ғой, ет әкелгенде бәрі мүше-мүшесімен. Бағанағы мен қалай айттым, тура солай істедім ба, құдаларың алды, ұят болмасын. Сонша ақша төледік қой енді, балалар енді. Давайте, не подкачайте. Болыңдар, быстрее, 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 быстрее. Келе жатыр ұжана кісілер. Кульпан, вы мне, пожалуйста, еще раз напомните, вот что я должна буду делать, а? Майра, ты что, прикалываешься, что ли, надо мной? Мен саған айттым ғой, құдалардан чем больше выводишь денег, тем тебе больше причитается. Что с тобой? Нет, конечно, я буду стараться и... Ну, конечно, будешь стараться. Қайда жүрмін бір құдалар заколебали уже 2 сағатқа кешік. Никакого уважения вообще. Маған бұндай құда керек пе? Керек емес, конечно. Вообще пенсия. Срочно на работу. Я сейчас бахты возьму. Трансформа фаншн. Куда вы? Я сейчас. Я сейчас бахты возьму. Только мне. Микрофон, микрофон, да?
Құдаға бір шапалақ болсын. Ал енді қадырменді ағайындарына үлкен астың алдында құда болғаннан кейін біздің құдағиға деген бір шкетей сыйымыз бар еді, сон тапсыру қолыса дедіңіздер. Ал құдағи, мынау сізге целых аж тысяч американских долларов. Пересчитайте. Я вам доверяю, куда доверяю. Деньги мне раньше было? Куда? Я думаю, что это аванс. Вообще-то это стопроцентная предоплата. Как говорится, по возможности, слышно? Ну, мы знаем, какие у вас возможности. Смотри, мы же не на базаре, правильно? Слышно. Куда? Ну вы же бизнесмен, а? Смотри, бизнесмен не гаишник. Каждый день нам не капает. А, вы знаете, Айгуль очень вкусно готовит, да. Вообще-то, любая келин должна уметь готовить. Слышно? А еще у Айгуль два высших образования. Куда же? Растить детей диплом не нужен. Я солдатам была беру отхан, ақшамы нормально беру қойымша. Солай емес па? Дұрыс. Құда ғи. Ал енді, как говорится, сол екі болашы тағы да бір жақсылап тұр. Ал жіберек шықаны ке. Кемдер алла. Ал кетті. А ну, стойте! Стойте! Вы что, думаете, мы простушку замуж выдаем? Или вы думаете, что мы бедные? Куда ли? Куда ли я, да? Айгушечка, ну-ка вставай. Вставай, вставай, не бойся. Так, залезай. Выше, да. Ткань приятная. Ах, уважаемый Худалар, я хочу представить вам новинку этого свадебного сезона, сделанную в эксклюзивном, единственном экземпляре для вашей семьи. Хорошо? Мама, расскажи мне сказку. Ерте, ерте, ертеде, жила-была снежная королева. Это неинтересная сказка. Ну, ты тогда уже все сказки знаешь. Придумай мне новую. Пожалуйста. Ерте, ерте, ертеде. Жила-была злая келинка. И очень добрая енешка. Злая келинка сделала так, что они поменялись душами и оказались в телах друг друга. Но добрая енешка победила ее, вернула свою душу и отомстила ей за все. Конец. Добрая енешка тоже злая. Почему? Ну, потому что она отомстила, а так делают только отрицательные герои. Сказка мне понравилась. Ну, все же, давай, спи. Мама, вы ведь меня больше не забудете? Конечно, нет, Джон. Ты знаешь, я вот специально уволилась с работы, чтобы больше времени уделять тебе. Зачем? Тебе же ведь нравилась эта работа. Ты же так мечтала, что тебя там повысят. Ну, давай, все, спи. Марша, пошмели, шмели. Осторожно. Мен саған ризамын. Сен маған екі комплект алып бердің ғой. Я тоже свои обещания сдерживаю. Мың бір жүз доллар саған.
надо, не надо. Как это не надо? Ну, Болда, бери, Болда. Вам же нужнее. А, ой, ай, Паша, я тебе мантоварку дарю, дарю. Это карелки габармайсен бы тошны? Нет. Жарай, да. Эй, куда? Вы куда? 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 Привет. Привет. Как прошло? Ах, отлично. Я думаю, что твоя мама будет довольна. То есть, я довольна. Ну, вот хорошо. Главное, чтобы ты была довольна, мама. Кстати, об этом хотел поговорить с тобой. Да, говори, Макось. Меня так и Жан называет. Да? Да вообще вы с ней похожи в последнее время. Это очень странно. Мы с Айжан похожи? Да завязывай, ты что? Мам, я развожусь, Айжан. Отвези тетю Кульпану в караоке, она меня там ждет. Поехали. Поехали, поехали. Маме. Ты что это тут делаешь? Аида Бурденкеевна. Айжан хотела, то есть я хотела. В общем, я хотела извиниться. Спокойной ночи. Простите меня. Во всем виновата моя Инешка. В смысле? Да. Это из-за нее сегодня вы меня уволили. Вы даже не представляете, каково это. Ей все всегда не нравится. Она придирается по каждой мелочи, по каждым пустякам. Ей не нравится, как я готовлю, стираю, наливаю чай, убираюсь. Я с ней поругалась и поэтому вам нагрубила. Но я обещаю, больше такого не повторится. Вы просто не представляете, каково это жить с такой Инешкой, как она.
Ты ошибаешься. Я знаю, что это такое. Она выбрасывала в мусор всю еду, которую ты готовила. Да. Она заставляла тебя стирать эти вонючие тряпки. Никому не нужны вонючие тряпки. Их же можно было просто выкинуть и купить новые. Да. А еще она заставляла тебя мыть эти вонючие ноги. Нет. Эй, Аида, тезрек болсай, аяғымды қашан жуасын. Қайда жұрсын олағына дейін. Мұна бала шағаның тамағын дайындау керек. Қақсыға бермей қайдасын. Ты приходи завтра на работу. Жұмысты қою керек. Тебя ждет повышение. И тебе шампанское. Я расскажу тебе про свою имя. Ну все, беги. Мама, сегодня я видела папу Сабыржана в ресторане с одной женщиной. И как она выглядит? По сравнению с вами, уродина. А ты-то чё, ревёшь? Максат со мной разводится. Ой, Айжаночка. Прости меня, пожалуйста. Это я всегда к тебе цепляюсь. Вечно всем недовольна. Со своей-то жизнью разобраться не могу, а в вашу лезу. Нет, мама. Это вы меня простите. Я во всем виновата. Может, я плохая, Келин? Но я хочу понять, почему вы все время меня ругаете. Ну, чтобы не скучно было. Что? Не скучно. Мама. А между прочим, чайник специально разбила я. Ну, чтобы весело было. Не скучно. Вот так вот. А, кстати, мама, кудалок очень хорошо прошел. Тетя Кульпан была довольна. Ну, еще бы. Я в тебе не сомневалась. А ты знаешь, я сегодня была у Аиды Бердимеевны.
И что? Ну? Теперь ты снова на работе. Yes! Сабыржан, папа. О, қызым, Майра спит? Спит. Ну, это хорошо. А вы где были? Я? Ты? Не понял. Вы? Я по работе. Ты же знаешь, какая у меня работа? Знаю, знаю. Майра мне все рассказала. Где вы работали и с кем вы работали? Кузьм, ты люкин тюрьме колотили честь, а? Я тебе знаю. А жене изменять хорошо? Это наше с Майрой дело. Не мешивайся. Да я о детях подумал. Каково им будет? Я тебя так любила. Что? Она вас очень любит. Ой, как хорошо. Да, чуть выше, выше. Как вы классно делаете массаж. Сразу боль проходит. Ну еще бы. Это же моя спина. Я ее как свои 5 пальцев знаю. Спасибо вам большое. Вообще-то я готовлю тело для себя. Эй, тату куда? А вы что, поверили? Это же не по-настоящему. А-а-а! Ну, она мне даже понравилась. Да? Сегодня мы уже вернемся в свои дела. Да, скорее бы. Балам? Ма, все нормально? Да. Как все чувствуете?
Хорошо было. Врача позвать? Не надо, все нормально. Не надо. Точно? Все хорошо. Ой. Майра, что случилось? Все нормально? Вася. Явился наш чрезвычайный. Сильно переживал за нас, да? Ну-ка, пойдем поговорим. Пошли, пошли. Мать, я нельзя нервничать. Я не нервничаю, мама, меня просто поговорила. Ты же нервничаешь, мама. Да, Бердурсберг. Пас! Хангвас. Ну что, Сабржан, доигрался. Теперь у нас с тобой действительно чрезвычайная ситуация. Уходи. Я тебя больше не хочу виски. Сколько градусов? 40. Али двойной что? 80 было. Играете на трубе? Еще как. Это подарок. Она здесь лежит и пылится. Спасибо, брат. Брат, спасибо. Ну, как вы сами поняли, в нашей семье на одного чрезвычайного стало меньше. И поэтому я предлагаю нашу спальню переделать в детскую. И мне нужен внук. Ha ha ha!
Иди отсюда. Ма, забери ее. Ой, промай, тоже мне нашлась помощница. Сказали же, ничего не поднимай, иди домой. Мам, ну мне не тяжело. Ну как тяжело, тяжело, я же чувствую. Ма, это зачем? Внук мой будет кататься. Чрезвычайный болтис. Вот это спрячь. Давай, давай, побыстрее.